Всем привет! Продолжаем пытаться пройти Angry Birds Epic. Вот остановились на этом уровне. Мы его прошли с четвертой попытки в конце прошлого видео. Если вы пропустили, смотрите плейлист. Вот, кстати, мы можем что-то скрафтить, я смотрю здесь. Так что давайте пойдем крафтить. У нас мы тут прикупили кое-что. Для бомбы и для кого-то там еще. Так, вначале бомбу давайте. Посмотрим, что у него с крафтом. Так, оружия ничего нету. А вот щит какой-то... Это не его был, что ли, да? Точно не его. Да, это не для него был, а для кого? Что-то я упустил. Мне оказалось, это для бомбы. А это, скорее всего, для красной птички у нас было. Так, смотрим здесь. Ничего. Я не понял. У нас же было что-то. А, я что-то не понял. Там было указано, что типа лучше, чем у нас. Для кого это было? Ну, для Чака все хуже. Можно, кстати, продавать это все. Ой, что я делаю? А, ну все правильно, давайте все продадим. Бам, можно вот реагенты получать. Сейчас мы все сделаем. Наведем порядок, потому что у нас всякой ерунды полно. Главное только главное оружие не продать случайно. Так, здесь вот эта ерунда какая-то. И вот эта ерунда уже. А вот это можно оставить. Если у нас сет выпадет что-нибудь, мы можем сразу поменять это или это. Выберем потом. Окей, дальше Матильдочка. Что у тебя, Матильдочка? Да ничего, у него всякая ерунда. Тоже будем продавать все. Сковородку только оставим. Со сковородкой Матильда просто няшка. Так. Так, так, отлично. Далее у нас бомбочка. Бомба, бомба, бомба. Тут дофига продавать. Просто раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать вроде, да? Вот этот аквариум или что-то там. А это типа бомба такая, да? Поджигаешь. Типа бомба. Окей, здесь тоже продаем всякие карты непонятные. Все это нам не надо. У нас уже вон какая тряпка. В смысле, не тряпка, а газета какая-то, не знаю, бумага, карта, не знаю, как это назвать. Но это получше все, что было. Я не понял, я только что что-то купил, а где? А, надо же крафтить. Я, наверное, сюда зашел, здесь же нету ничего, все правильно. Это все, что у меня есть. А чтобы скрафтить, надо сходить в другое место, все правильно. Подожди, нет. Как бест? Здесь как бы одно и то же, что ли? 20% сдиспелить. 15%. 20% сдиспелить. 20% сдиспелить. Ладно, оставим. Здесь можно продавать. У нас теперь реагентов полно, кстати. Можно будет что-нибудь прикупить, я думаю. Скрафтить, в смысле. Так, тоже что-то самое лучшее оставляем. Так, и у красной птички тоже всякого барахла полно. Надо продавать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Продаем. Так, с оружием тоже всякая ерунда. Мне даже интересно, сколько у меня реагентов сейчас. Там можно что-нибудь скрафтить хорошее. Но у нас все равно деньги есть, золото. Не золото, а серебро. Так, ну это дополнительную цель атакует. А эта палка что дает? 15%, а это 30%. А, это одной и той же цели, 15%. А это какой-то другой цели. То есть я думаю, что это лучше. Потому что нам сейчас это не особо понадобится. Вот будут призраки, и часто их лучше не убивать сразу. А можно так случайно убить призрака какого-нибудь. Так, смотрим, для... Что мы можем тут крафтить для кого-нибудь. Наверное, щиты мы открыли. Во, вот это хорошая вещь. Плюс 76. Крафтить можем, потому что у нас реагенты есть. Ладно, нормально, две звезды не буду перебрасывать. Плюс 50 здоровья. Вот просто взяли так. Плюс 50 здоровья. Окей. Далее, что у нас есть еще? Неужели это все? Я же что-то еще купил. Ну не только же эту штуку я купил. А вот, для Матильдочки есть еще сумочка какая-то. Давайте, три звезды. Блин, ну это надо перебрасывать. Плюс один, ну что это? Перебрасывать. О, три, идеально. Плюс 21, плюс 40, плюс 59. Вот это другое дело. Теперь Матильда не такая уже уязвимая. Больше здоровья. Все, здесь нам делать нечего. Валим обратно. Следующий уровень, поехали уже играть. То я тут 5 минут потратил, только пока крафтил все.
Ну, тут у нас призраки появляются, которых надо будет бесконечно убивать. Поэтому я думаю, что мы здесь через Чака будем играть. Матильда по-любому нужна, потому что здоровье восстанавливать надо. То есть Чак самый тот здесь. Ну, конкретно вот этот призрак, он один, это как бы ничего опасного. Это как бы тренировочка такая, я так понимаю. 14 урона. Каждые три хода он там что-то призывает кого-то. Ну, кстати, такой серьезный чувак. У него много здоровья. Он еще... Вот он призывать сейчас будет, блин. Ну, это все не очень опасно, на самом деле. Я думаю, что тоже справимся мы. Все будет хорошо. Я думаю, что сейчас Чаку кину. Чтобы он огромное количество урона нанес. Хотя этого недостаточно, как мы видим. Матильда старается по 19 лечить, но... Яд постоянно был на нашем на нашей красной птичке. А вот сейчас сама то использует Чака, потому что... Всем урон огромный наносит. Так, 13 урона Чаку, но он сейчас будет страдать от яда, как заход. Это плохо. Я, наверное, бутылку ему дам. Вот это что за бутылка, дай-ка? А, ну экспириенс, я понял, это реально экспириенс. Ну, хоть и экспириенс дам. Ну, Чак, живи, Чак, живи, давай, давай, давай. Не умирай, Чак, пожалуйста. Сколько тебе там здоровья? Он еще подкрепление сейчас призовет, поэтому нам надо срочно Чаку использовать. Реально, вот сейчас Чаку кидать. Сейчас он всех убьет, бьет вообще. Чак раз выстрел, второй, и сейчас этого Бенда убиваем. Все, мы прошли все. Вот Чак реально очень крутой. Ну, я, наверное, красную птицу сейчас потеряю. Мне кажется, от яда она умирает. Там такой урон большой был, да. Блин, молюсь, чтобы сейчас хватило урона. Блин, не хватает урона. Не хватает урона, и мы проигрываем. Потому что это же тоже босс, и он тоже, наверное... Сейчас посмотрим. Ой, сколько их. Хотя... Не, мы успеваем. Главное, чтобы Чак выжил. Чак, выживай, пожалуйста. Без тебя мы не... Блин, там столько сейчас от яда урона будет. Чак умрет и все. Придется перепроходить. Я это уже чувствую. Да. Все, перепроходим. Не повезло. Сейчас, я подумаю, что можно здесь сделать. Яд. Нужен диспел, да? Сейчас подумаю. У другой Матильды диспел есть или нету? Если друида взять. Сколько у тебя диспел есть? Нет, нет диспела. А у синих птичек есть диспел? Ага, есть. Диспел есть. Соответственно, можно попытаться. Конкретно на этом уровне Чак вообще не нужен. Мы просто берем синих птичек, и этого будет достаточно. Мы просто яд этот будем снимать. Так что давайте, поехали. Без Чака, но зато вот так. На самом деле здесь и Матильда не нужна была. Давайте вот так, через большой урон адский такой пойдем. Пройдем. Сейчас бафнемся хорошенько. Хотя, ну да, смотрите, какой баф будет. Раз, два... Можно еще это, птицы нашей красной, кидать щит, например. Давайте щит кинем, посмотрим, как со щитом. Не диспелить, чтобы каждый раз, а щит кидать. Так, он подкрепление призывает, это понятно. 129, ничего не помогает. Ну, значит, давайте в атаку, чтобы убирать тут этот яд. Но сейчас, правда, и лечения нет, конечно. Плюс одно, зато минус другое получилось. А надо было первый ход не бафаться к синей птице и ждать, пока он атакует. После этого сразу здесь пели, тогда это было бы отлично. А так это ерунда какая-то получилась. А, потом бомба взорвется на следующий ход сейчас. Точно, вообще идеально. Бомба всех взорвет, там такой урон. Главное, чтобы сейчас птица не умерла. Так, держимся. Ну-ка, смотрим.
Все должны погибнуть, кроме большого. Да. И у нас на следующий ход мы должны добивать. Ну-ка. Да, это... смогут они, у них урон хороший. Хоть мы птицу потеряли, но уровень прошли. Но уже все сложнее и сложнее становится. В основном из-за того, что я, мне кажется, шмотки начал покупать и крафтить. И когда у нас была ерундовая экипировка, было как бы мало урона и все остальное, мало здоровья. Легче было как. Ну, посмотрим. Может быть, я не прав, может, мне просто кажется, но всегда вот, когда новый шмот получаешь, наоборот, не легче становится, а сложнее. Типа, компьютер видит, ну, типа, у тебя шмотки крутые, значит, и подстраивают компьютеров под тебя. Ну, плюс у меня еще 8-й левел стали птички, раньше они были 7-го. Так, старив. Я не знаю, что там, давайте попробуем нашей этой комбинации, хоть и лечения нету. Ага, здесь надо этих быстро убивать. А, это все мертвые. Хотя, здесь как Чак получится. Вместо Чака у нас бомба выступает, и мы быстро должны... Я думаю, все получится. Надо было баф, наверное. У них очень мало здоровья, оказывается. Даже не надо убивать сейчас, слишком рано. Надо всех понемногу... Всем понемногу урон наносить. Аккуратненько вот этого, давай. Диспель. Так, 100. Я сейчас должен накопить перец и потом использовать сразу на бомбу. И все должно быть офигенно. Блин, сейчас опять этот яд будет действовать. Каждый ход. Так, уже один погиб. Ну вот на следующий ход я должен взрыв использовать. Давайте посмотрим, сколько у них здоровья. Нормально, я думаю, справимся. Потому что этот большой, он 3 хода целых лежит. Сейчас мы взрыв используем. Так, и вот этого. Все, четко. Отлично. Я рад, что все хорошо. 3 звезды дожидали. Хотя у нас почти птичка погибла, наша красная. Бедный Ред. Постоянно весь урон получает. Но он как рыцарь здесь сражается. Потому что Терренса нету. Терренс вообще что-то на арене там стоит, смотрит, бои всякие там принимает. Ладно, давайте вот так. Хотя, может быть, Чака надо было брать. Потому что сейчас опять будет такая ерунда, что их 1 000 000. Не, надо Чака брать. Возвращаемся. Я сразу вижу, тут сразу 3 больших волны будет уровень. И без Чака тут будет, конечно, жестко. Поэтому Чак и Матильда, это будет просто самый лучший вариант, я думаю. Да, давайте так. Неплохо бы паладина брать, потому что паладин постоянно после каждой атаки здоровье становится. Но у нас паладина нет, потому что надо его покупать за 140 или 130 монет. Там что-то стоит он дорого. Так, ну Чак атакует, конечно, ради этого тебя и взяли, можно сказать. А ты лечение кидай. Хорошо. Они урон наносят и возвращают. 56 урона, ничего себе, чуваки. Чё это такой урон стал большой? То по 20-ке, по 30-ке, здесь по 56 уже. Чё за ерунда? А что ты мне урон большой нанесешь, да? Я, наверное, его должен убивать сейчас. Чтоб он меня не трогал. Давайте убьем. А то он опять яд кинет, у нас диспела сейчас вообще нету. Яд бы тикал и нас бы убил. То же самое надо на следующей волне обращать на это внимание, чтобы яд никакой не действовал. Что яд нас убьет. Так, давай вперед. Все. Хорошо, справились. Поехали дальше. Так, что здесь? У кого яд на этот раз? 74. Так, у нижнего что? Просто урон. Так, я думаю, что мы делаем вот так. Сразу всем большой урон нанесем и будем смотреть, что как. И равномерно надо их убивать одновременно, получается. Ну, так себе получилось. На всякий пожарный я кидаю защиту вот такую. Отхил какой-то, чтобы был у нас.
Ну, сложно, сложно. У них очень много здоровья, у нас урона мало. У нас вроде лечение есть, но... На самом деле я неправильно делаю, надо щит было кинуть. Он получил очень много урона уже изначально, нам теперь лечить его долго будет. О, по 29 совсем другое дело, 32, о. Совсем другое дело. Ну ничего, мы сейчас его отлечим, я думаю, все будет хорошо. Так, лечим. Это даже прикольный чак вот этот, в смысле Red, почему-то всегда путаю. Red, потому что по нему все атакуют, и как бы и все. Щит кидаешь, и все, и забываешь про все. Все вообще шикарно. Все, большого убили, этих добьем. Так. Так, и сейчас надо баф кинуть, а потом убить. Чак, надеюсь, справится, сколько у него, да, чак справится. Ой, там можно было щит не кидать. Чак справился, все хорошо. И последняя часть этого уровня. Вот это, наверное, самое сложное будет. Так, смотрим нижнего. Походу, у него яд. Да, у нижнего яд, его надо мгновенно сейчас убить. А у этого каждые три хода 232. Тут таргет по цели 232 и 116 всем остальным. То есть это жесть. Значит, мы должны делать вот так сейчас. Очень быстро. Чтобы яда никакого на нас не кинуло. У нас нет диспела. Нет диспела, и поэтому яд кинет, и мы погибнем. Надо срочно сейчас. Давайте через чака сыграем. Мы даже убьем, наверное, второго. А, он же возродится еще. Ё-моё. Там три хода, и он возрождается. Ну ладно, мы пока будем этого доводить до нуля, а того потом добьем, пока он возродится, после того, как он возродится. Значит, мы должны делать так, мы должны делать так. И идти вот так, и чтобы Матильда восстановила здоровье немножко. Так, следующий ход у нас уже практически этот восстановится. Ну ничего, у нас скоро чак будет готов. Если будет чак готов, то мы можем опять перец в него кинуть, и все будет хорошо. Так, появляется чувак тут. Я думаю, что можно пока этого бить, потому что у нас будет перец на следующий ход. Да, у нас будет перец. И мы попробуем... Того мы точно убьем, а этого через ход добьем. То есть будет все идеально. Ну, давайте смотреть, что получится. О, так мы можем двоих даже убить. А нам пофиг на этот яд сейчас, на самом деле. А мы даже добьем его. Офигенно получилось. Лучше, чем я ожидал. Я думал, сейчас будет вообще сложность какая-то. Все хорошо рассчитал. Все классно. Поехали дальше. Что там у нас? Еще сложнее будет, наверное, что-то. Ну, чак реально рулит. Чак, ну, чака надо брать. Давайте посмотрим, что новое мы можем прикупить здесь. О, паладина нам предлагают. Ну, его можно и так купить. Не обязательно открывать это место. Но зато можно принцессу. Наносит 90 урона. Ага, вот это прикольная тема. Как бы она заставляет всех врагов атаковать птицу с наивысшим количеством здоровья. То есть, если у нас у Чака, в смысле у Реда, постоянно много здоровья, щит, то они будут его атаковать. Но я так и не понял. Получается, Матильда атакует, и сразу все птицы будут атаковать... Именно птицу с большим здоровьем. В смысле, все свиньи эти или призраки, неважно. Все враги будут атаковать. Forces all enemies. То есть, это на всех сразу работает. То есть, это прикольно. Можно пробовать. А дальше, что еще там? А, цель лечит цель на 99. И также, ну, диспел как яда делает и прочее. Но я не знаю. Стоит ли мне сейчас это делать? Я думаю, что не стоит. Поехали дальше. Если уже что-то не получится, я поменяю. Так, я думаю, что можно такой стратегии следующий уровень тоже пройти. Так, смотрим, что у нас. Это не яд. Этот чувак что делает? Он призывает. Призывает подкрепление. Соответственно, что мы должны делать? Большого убивать. Не мелких, а большого. Чтобы все было хорошо, мы делаем вот так. Мы делаем так, и чак всех атакует, потому что всем урона. И все равномерно умирают, можно сказать. 23 урона, это ерунда какая-то. Они не очень сильно. Вот этот 64 нанес. Прилично.
О, у него еще лечение какое-то. Какое лечение? Я диспелить не могу, да? Ну ладно, придется его бить вот так. Вот, это подкрепление он призывает. Но, возможно, у меня сейчас чак будет готов, и мы сможем что-то сделать, если через ход мы на чака используем. Посмотрим. Вот сейчас... А, кстати, сколько у него здоровья? У него 382, да? Не, надо чака использовать. Может быть, добьем. И он подкрепление не успеет призвать. Ну, это как бы маловероятно. Но нет, успеваем. Ну-ка, если, может быть, Матильда даже его убьет. Да, а ты убей этого, и мы все. Нет. Так, еще появятся те два. Двое чуваков. Так, значит, мы тогда делаем вот так. И вот так. Все, победа. Хорошо. Замечательно. Три звезды даже получили. Но мы уже приближаемся к следующему яйцу. Тут, конечно, еще много чего будет. Но уже скоро, я думаю. Так, а сундук это открыть можно? Нам даже дали какое-то... Что это там? Оружие или что? Для крафта. Так, у меня... И здесь у нас еще новое место рождения. О, мы уже очень близко, на самом деле. Ведь реально очень близко. Так, а что у нас там? Может, магазины какие-то? Вот здесь что-то мы не купили в этом магазине. Я просто сгоняю. Может быть, мне это сейчас нужно? Нет, все ерунда. Так, дальше. У нас есть еще здесь магазин. Давайте посмотрим, что в этом магазине. Ну, оружие, если крафтить, оно будет такое же. И то это только если три звезды. Поэтому оно так показывается. Ну, ни плюс, ни минус. А, здесь у нас еще был, типа, место дружбы, и можно туда зайти. Здесь можно что-то изучить? Нет, тут с 9 уровня. Торт какой-то, что торт дает? 200 здоровья. Это у нас ярость на 50% перчика заполняет. А это что, это я подвис, что ли? Что произошло? А, я что-то нажал вроде. Не то нажал. Ладно, ведем назад. Так, я еще хотел посмотреть. Какие-то еще магазины, может, есть у нас. Ну, здесь в начальной локации ничего нету. Это все понятно, что мы это все использовали. Вот здесь, когда у нас будет синий ключ, мы можем открыть вот эти ворота. И потом еще красные ворота чуть позже. И там какая-то свинья, он сидит. Типа поселение какое-то, непонятно. Может быть, это хорошая свинья, не факт, что это плохая. Поэтому посмотрим. Ну, здесь есть арена. Я же играл арену, помните? Да, я аренку одну сыграл. Можно больше, но я не знаю. Я хочу посмотреть, у нас же награды там были, получается, остались после того, как мы играли. Мы же получили ранг. Соответственно, награды должны быть какие-то. Давайте возьмем награды. Или тут нет наград? А, я не играл, что ли, арену? Я же, по-моему, играл арену, нет? Я что-то не понял. Ладно. Я посмотрю, играл, не играл. Чуть позже сыграю. Сейчас что-то не хочется. Переиграл уже слишком много в эту игру. А здесь я... А, ну да, там паладин остался. Здесь у нас паладин. Столько много магазинов, оказывается. Просто когда что-то остается, он постоянно показывает, я восклицательным знаком, хочется нажать. Но часто там то, что осталось, ненужное. То есть нет смысла покупать. Ну ладно, что, скоро уже яйцо. Вот практически здесь мы находимся. Так что скоро это все будет. Так что, если интересно, подписывайтесь и смотрите плейлист, ссылка в описании. Все. С вами был Андромалик, канал Андромалик Плей. Пока-пока, увидимся, чуваки. Надеюсь, вам нравится.